Поехали, поехали! Молча, да? Да, скользко.
Следующее событие у нас это будет велопермайка. Приглашаем всех на велопарад. То есть вместо того, чтобы скучно толпиться там с работой, с коллегами, там, или с учебным заведением, вы можете прокатиться на велосипеде. Это будет очень весело и интересно. У нас будут свои флажки и так далее. Короче, прокатиться. А после велопарада мы поедем на велосипеде. Покупай. Вообще не дорого. Спасибо всем.